Гололедица на дорогах продолжает собирать трагический урожай. ДТП происходит почти каждый день. Происшествие на 638-м километре трассы М7 унесло еще две жизни. Предварительно водитель Toyota Yaris не справился с управлением и вылетел на встречку. Там легковушка столкнулась с фурой. В результате ДТП погибли все, кто был в автомобиле. Водителю было 38 лет, а его пассажирке 42. Они были жителями Омска. Сотрудники ГИБДД призывают всех быть осторожнее на дороге. Только с 1 января этого года на дорогах Чувашии погибли 7 человек. Пострадали 80.